Здрасте. Мы с Олегом Валентиновичем посетили, нашли время, выставку украинского художника Евгения Владимировича Бакланова. Ну и тут вспоминается, что в приличном обществе не скажешь матом, а хочешь сказать, ну никакого художника имеет Клинская земля. В общем и целом, портреты лично мне нравятся больше. Олег Валентинович, а у вас как впечатление? Мне в целом не понравилось. Не буду кривить душой. Ну ладно, мне портреты понравились, а эти самые... А вообще, у меня была интересная история. О, картина мне понравилась. Вот это. А мы подошли, это другой художник. Специально для первого канала.